Я заправляю полный бак-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 бак. Я заправляю полный бак-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 бак. Я не покупал, подарили. Еду прямо на автомобиле. Я не покупал, подарили. Я без тормозов. На нем на войну, что ли, ездил? Да я так по местности катался. Ты выбирай тогда местность поровнее. Сейчас он вообще не заводится. Двига вообще не алё. Оставляй, короче. Вскрытие покажет причину смерти. Тогда звоню. Меня счастливым делает не кэш. Меня счастливым делает не фейм. Меня счастливым делают те, кого я делаю счастливым. Я просыпаюсь на рассвете, ведь я хочу жить, а не спать. Рассказал об этом вам на А4 листах. Прыгаю в корвет и растворяюсь тут же, как пар. Я сырю деньгами, ведь не стал экономистом. Они меня видят, задаю вопросы, как так? Этот парень сделал это сам или контрактом? Я палю куплетами, будто бы с автомата. Делаю как надо, чтобы все было как надо. Вот вам на аренду билбордов. На контексту рекламы еще остается. Нам жрать нечего. Он решил контекстную рекламу настроить. Претензии не ко мне. Я нашего четырехколесного друга еще с утра отправил за продуктами. Как видишь, ни продуктов, ни друга. Короче, как позавтракаете, подумайте, какие лучше билборды в городе выкупить для рекламы. И если ваша светлость соблаговолит какой-нибудь макетик набросить, цены тебе не будет. Угу. О! Не прошло и полгода. Михаил, в Москве доставщики на каком только говне не ездят, но за полчаса все-таки укладываются. Две звезды вам, Михаил. Ну, так и закажи в следующий раз в Москве. Я ему пожрать привез, а он еще выпендривается. Так, над клиентом ориентируемся, тебе еще стоит поработать. Все, малыши, давайте. Адьос. Ну, что Таня так и не оттаяла? Да какой там? Ладно, я бы бухал и там по бабам ходил, так нет же. Может, так и скажешь? Как? Ну, получил премию, решили с пацанами отметить, засиделись, ну, тролливали пассатижи. Угу. Гениальная идея, красавчик. То есть я такой подхожу к калитке. Танюш, привет. Чё надо? Я извиниться пришел, ну и правду рассказать. В общем, не было никакой истории с Лесом, Зуевым. Просто, ну, забухали с парнями. Да. Ну, а эту чушь я придумал, ну, чтоб ты не злилась. Схема не сработала, я злюсь. Солнышко, ну я же поэтому извиняюсь. Ну, мы все в завязке. В следующий раз только на свадьбе. Да, на самый... прекрасной свадьбе в городе, да, с самой шикарной девушкой на свете, которую я клянусь любить, оберегать и никогда больше не расстраивать. Прощаешь? Это в последний раз, Орлов. Еще одна твоя такая ложь, и ты меня больше не увидишь. Я тебе серьезно. Я серьезно. Вот, смотри, я носки опять твоим шампунем дорогим постирал. Ну, правда? Правда, и ничего, кроме правды. Орлов, ты такой придурок. Да. Ну, ты же меня за это и любишь. Давай, собирайся. Не могу дождаться, когда устроим страстный, примирительный романтик с шампанским. Угу. Подождешь до вечера. Я сама приеду. Здорово. Договорились. Тогда я куплю шампанское, там клубничку, сливки взбитые, роллы, суши, презики, три пачки. Стой! Чего, чего? Цветы. А, затопил. Держи. Здесь один.
Нет, блин, с Бейонсе зажигаем. Короче, время вышло. Так что либо бабки гони, либо мы квадрик забираем. Ладно, забирайте. Только он не у меня. В смысле, не у тебя? В прямом. Ваши коллеги его еще вчера конфисковали. Какие в жопу коллеги? Я в банке узнавал. Твой кредит только нам продали. Че это за приколы? Да, алло. Мих, ну, короче, расчебурашил я твой квадрик. Так, и? Ничего серьезного, но бензонсос под замену. Обойдется в 9000. Ого, а че так много-то? В смысле, ладно, договорились. Че, кто звонил? Да, это так, это по поводу удобрений много привезти должны. Короче, я в ментовку еду, пишу заяву на кражу квадрика. Пусть они разбираются, кто там, че, кому, сколько. Ты это, тормози. Не надо ничего писать. Мы сами этих упырей найдем, на бутылку посадим и квадрик заберем. Себе заберем. Да. Не вариант. Вы с меня десятку просроченную стрясли. Теперь еще и квадрик хотите забрать? А я что, по итогу с голой жопой останусь? Не, вы как хотите, а я к ментам. Ты не кипишуй, ладно? Мы же люди цивилизованные. Десятку, так и быть, надо отдать. Давай. Че, у должников неудачный день, что ли? Машину едем себе новую покупать. Солидным пацанам солидный аппарат. Давай, увидимся, когда новый кредит возьмешь. Погнали. Господи, тупые как хлебушек. Извините, мне бы костюм на прокат взять. Конечно. Вам куда? Похороны, свадьба, суд? Мне для фотосессии. Так, если бюджет небольшой, у нас есть костюмы с оценкой. Окей. Я не понимаю вот людей. Ну, зачем в костюме из проката в драку лезть? Ужас какой-то, еще и в самую кучу. Но вы не переживайте, мы, смотрите, кровь отмыли, все очистили, он как новенький. Не хотите? Потрясающе. Деньги у меня есть, времени мало. Могу этот примерить? А, да, конечно. Спасибо. Блин, Танюха, ну что за красота? Прям невеста такая, сама бы на такой женилась. Очень изящное платье. Ты в нем похожа на диснеевскую принцессу. О, я не знала, что алкоголикам тоже нужны костюмы. Что, в спортивках уже надоело бухать, да? Душа требует праздника. В смысле, ты о чем? Кирилл, давай договоримся. Если тебе нравится бухать, ты бухай. Но только без Ярика, хорошо? Тут полгорода алкаши, ты можешь выбрать себе любого. Да я вроде с ним и не бухаю. То есть позавчера вы не пили, вы, наверное, замок из Лего собирали. Слушай, подожди, ты можешь думать все, что угодно, но память я себе еще не пропил. Не пили, значит, да? Все понятно. И платье мне не нужно. Никакое. Да нет. Миха?
шлем сними, и тебе помочь. Ты чё, сучок? Думал, самый умный, что ли? Твою сука! Мы же все равно найдем, гнида! Так, а теперь Жасмин пусть целует Аладдина. Простите, а эта арабская ночь еще долго будет продолжаться? Просто у меня времени в обрез. Буквально минута. Вы можете пока переодеваться, готовьтесь. Совершенно случайно перепутали и сначала начали заниматься моими фотографиями. Такое же может быть, правда? Начнем. Вот это. Вот это. Да, вот это не добавьте. Все. А вот это не надо? Да нет, нет, все. Вот это тоже хороший, мне нравится. Слушай, давайте вот-вот. Давайте. Секунду. О, видите, даже в этом году скопировался. Потрясающе. Да кто ж так флешки-то вытаскивает, молодой человек? Здравствуйте. Так, тут фото. Выберите 10 лучших, на ваш взгляд, распечатайте. Их же разместите на мерч. Вот все, что у вас есть. Календари, толстовки, футболки. Договорились? Хорошо. Отлично. Угу. Через час вернусь, все выберу. Окей. Малыш, я дома. Привези чемоданы к моей маме, я их таскать не собираюсь. Абонент временно недоступен. Кто бы сомневался. Ну что у нас там с рекламой будущего мэра? Все готово? Ну разве что мэра Ирака. Твою мать. Ты нахрена это распечатал? Ты сказал, я распечатал. А голову включить не судьба? Нахрена мне этих косплееров печатать? Ну, может, ты извращенец какой-нибудь, может, сюрприз готовишь, я фиг его знаю. Сюрприз? Серьезно? Здесь весь город один сплошной сюрприз. Ходишь, охереваешь 24/7. Фотографируй через жопу, печатай через жопу. Вот, поставим. Постарайся, пожалуйста. Хорошо. Здорово, Андрюха, еще раз. У меня тут проблемка небольшая. У тебя есть вариант перекантоваться, ну, пару-тройку дней? Что случилось? Да так. Короче, коллекторы
слегка прижали. Вот суки оборзевшие. Ладно, сейчас ключа дома принесу. Тут подожди. Да, сука. Да. На, возьми, два барабанить будешь. Ты что, задолбаш, кинуть нас решил? Значит, записывай, сколько теперь торчишь. Пятеру за спущенное колесо, десятку за помятую дверь и двадцатку за моральный ущерб. Ну и квадрик мы, само собой, себе забираем. Записал? А теперь ты записывай. Идите в жопу! Записал? Или по буквам продиктовать? Ты чё, сука, ты тупой, что ли, а? Я понять не могу. Ты издеваешься? Ты понимаешь, что мы тебя по-любому выцепим? Мы знаем, где ты живешь. Задолбаетесь выцеплять. Ты думаешь, мне перекантоваться негде? Ты что, решил в прятки поиграть? Ну ладно, давай поиграем. Для начала спалим твою халабуду к херам свинячим. Короче, мы к 11 приезжаем. И если тебя нет на месте, устраиваем пионерский костер. Все! Ну все, тушите свет, сливайте воду. Питер. Парняги, всеобщая мобилизация. Есть сверхважное дело. Я в полиграфии, дуйте ко мне. Кир, сейчас вообще не до тебя. Да, Кирюх, давай завтра. Проблемы до сраки. Да-да, конечно, конечно, давайте завтра. А лучше прям 18-го, за день до выборов встретимся и все вопросы решим. Чего вас туда-сюда гонять, правда? Ладно, сейчас буду. Выезжаю. Какому Кириллу Минаеву вы готовы отдать свой голос? Вот это вроде ничего, да? Но я тут какой-то несолидный, что ли. Вот, этот мне не нравится, тут я какой-то зажатый. О, третий вариант, мой фаворит. Не слишком слащавый, а? Кир, ты серьезно? Мне сегодня Танюша бросила, а ты предлагаешь выбрать фотку, где у тебя улыбка шире? Да ладно, она тебя стабильно раз в неделю бросает. Ну ничего, как-то ж до свадьбы дожили. С тобой все понятно. А ты что такой тревожный? Так коллекторы наехали, обещали дом сегодня ночью спалить. А так все нормально. Ну, Шань, ты как маленький, правда. Ну, все коллекторы всегда так делают. Это отработанная схема. Ничего, встретишься с ними, отобьешь у них отсрочку на пару дней, и все, потом вместе порешаем. Решаем. Парни, включайтесь, прошу. Сейчас самая жара начинается. И либо мы это вместе вывезем, либо нехер было даже ввязываться. Я один точно не справлюсь. Какой вариант лучше? Давай этот. У других ты как гомик. Согласен. Все, можно ехать. Да. Помощь нужна? Да не, все нормально.
Это, тоже надо поехать. Я, Танька, на вещи надо забрать, к матушке отвезти. До завтра. Просрал девку. Ничего не просрал. Просто поругались. Остынем, помиримся. Помириться как же. Нужен ты ей. У нее уже новый мальчик появился. Он 10 минут назад на такси уехали. Красивый такой. Вежливый, не то что некоторые. В смысле? В смысле, куда уехала? В светлое будущее. И выглядела при этом очень счастливой и радостной. А. Ты куда? В дом занеси. Я эти тяжести таскать не собираюсь. Понятно, в кого она такая. Ярик. Погоди, а как? Да что как? Ты не мог мне сразу рассказать, чтобы я тебя не накручивала? Я думала, ты со своими тёлками там где-то развлекаешься, а ты на самом деле... Я на самом деле что? Ой, ну хватит уже, я все знаю. Кир мне все рассказал. А. Про халтуру, которую ты взял, чтобы мне платье купить. Да, платье. Да. Я его купил. Ну, конечно, купил. В смысле? В смысле? Да не, просто не так сказал. Я его купил. Ну, ты мечтала, я его купил. Да. Валите нахер! Хрен вы отсюда меня достанете! У меня ружье, я дурак, а? А? Ты реально дурак? Хорош по своим шмалять! Кир, ты что тут забыл? Ну все, тревога отменяется, у меня для тебя небольшой презент. Да я сам вляпался, сам разберусь. Не хочу тебя втягивать. Да что ты такой сложный-то, Мих, а? Может, тебя это убедит? Вот ПТС от твоего квадрика, а это расписка от братьев Куликова, что ты им ни хрена не должен. Блин. Полегче, я тебя прошу, пожалуйста. Спасибо, брат. Да ладно, 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 все. На, держи. Посмотри. Это вам, считай, с Яриком финальный подгон за счет Зуева. Я так чисто курьером выступил. О! Вот второй объявился. Алло, Алло, Яр, давай, езжай ко мне, отмечать будем. Ты прикалываешься? Меня Танюха кастрирует. Вот ты каблук. Дай трубку Кире. А, все, 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 нам некогда. Мы празднуем, а? Я до сих пор вспоминаю, а если сильно ты снишься, но я давно так не знаю тебя, и ты меня слишком не вспоминай, мы дышим. Улыбаемся чаще, но в этом городе принцип разрушать все на части сначала. Не отвечаешь, потом становишься скрин. От меня убегаешь, ищешь причины забыть меня.